Сегодня в кабельных сетях стало на одну кнопку больше. В 6:30 в эфир вышел телеканал «Беларусь-4 Могилев». Именно этот областной центр стал первой платформой регионального телевидения под общим брендом. Идея создания принадлежит Белтелерадиокомпании. Вскоре пополнение ожидается и в кабельных сетях Гомеля, Витебска и Бреста. Исследования показывают, что на региональных каналах можно поставить любые фильмы, любые мультики, то есть хороший контент, но самый большой интерес у зрителей вызывают прежде всего проекты, которые сделаны своими руками, да, региональные проекты. Это прежде всего новости, это аналитические программы, это интерактивные программы. Поэтому вот учесть, что у нас в эфире будет больше 15 собственных проектов, я думаю, что мы займем достойную нишу. «Беларусь-4 Могилев» начал вещание утренней программы «Ранёхонька». Всего областная телекомпания подготовила порядка 20 проектов собственного производства. Зрителям покажут с воздуха все районные центры, дадут шанс самостоятельно создавать выпуски городских новостей. В прямом эфире помогут получить компетентный ответ от профессионалов различных сфер.